Спонсоры программы. Микрокредитная компания «Дом денег». Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. Единый центр страхования ОСАГО. Амурская, 229. Телефон 58 15 87. ТРЦ «Ледяной». Первый этаж. Телефон 21 19 64. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. 63-летний амурчанин попал в ДТП на территории Иркутской области. Как сообщает пресс-служба иркутского МВД, амурчанин возвращался домой из столицы, где он приобрел автомобиль МАЗ и стройматериалы для нужд родного поселка. Из-за внезапной пробоины в колесе водитель не смог удержать тяжелую технику на проезжей части. Съехал в кювет и опрокинулся. Помощь мужчине оказали сотрудники ГИБДД Студентского района, которые возвращались с другого ДТП и заметили лежавшую в кювете фуру. Начальник отделения ГИБДД, майор полиции Андрей Кабанов, подбежал к кабине и помог выбраться водителю, который самостоятельно передвигаться не мог. Майор помог выгрузить стройматериалы из грузовика, затем съездил в Слюдянку и договорился с руководством автопредприятия о предоставлении тягача для подъема МАЗа. Однако в течение дня поднять машину не удалось. Сотрудники полиции снабдили амурчанина сухим пайком и всю ночь навещали его на месте аварии. На следующее утро машину подняли уже двумя тягачами. Поменяв колесо и устранив другие неисправности, амурчанин продолжил свой путь. В Хабаровском крае судят жителя Амурской области, по вине которого в аварии погибли два человека. ДТП произошло 15 февраля в Хабаровске. По информации следствия, обвиняемый, лишенный права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на Toyota Crown по улице Краснореченской. Амурчанин не справился с управлением и врезался в двигающийся впереди автомобиль Toyota Fielder, в салоне которого находилось трое человек. В результате ДТП водитель и один из пассажиров Филдера скончался на месте происшествия. Второму пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. При этом виновник происшествия существенных повреждений не получил. В бардачке автомобиля обвиняемого полицейские обнаружили гашишное масло в крупном размере, которое обвиняемый хранил для личного употребления. Кроме того, амурчанин неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Уголовное дело прокуратура края направила в индустриальный районный суд Хабаровска. Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Амурской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя города Благовещенска. По версии следствия, вечером 14 июля прошлого года мужчина совершил в отношении соседской 10-летней девочки действия сексуального характера, избил, а затем попытался ее задушить и сбросил ребенка в каменистый овраг. На время предварительного следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина находился в следственном изоляторе города. Как сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Амурской области, следствием собрана достаточная доказательная база, утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. На улице Мухина 7 столкнулись автомобили Mazda Verisa и Honda CR-V. Водитель Honda, выезжая с прилегающей территории, не пропустил Mazda и допустил столкновение. Автомобили получили незначительные повреждения. На перекрестке Октябрьской и Шмановского столкнулись Nissan Sunny и Toyota Caldina. Оба автомобиля двигались в одном направлении по улице Октябрьской. Водитель Nissan не заметил намерения водителя Toyota Caldina повернуть налево. И произошло столкновение. Автомобили получили значительные повреждения. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Будьте аккуратны. Проблемы
с финансами пусть не тревожат. Вам их решить Дом денег поможет. Хорошие деньги для хороших людей. Дом денег. Быстрые займы на любые цели. Улица Калинина, 127. Улица Лазо, 64. Улица Институтская, 3. Улица Амурская, 125 и 168. Телефон 57-48. Единый центр страхования ОСАГО приглашает автовладельцев оформить полис ОСАГО по государственным тарифам в торговом центре «Ледяной», первый этаж. Ежедневно с 10 до 20 часов. Телефон 58 15 87.